С Аряшей на детской площадке. Сад Эрмитаж. Здесь всего очень много интересного. Аряша бегает туда-сюда, не знает, куда ей, где задержаться. Сейчас на горке. Вот так. Так, куда еще ты хочешь? Еще прокатись или уже не хочешь? Вот такая горка. Вот так. Аккуратненько. Дальше куда? Детки бегают тут тоже. Везде лазят. А здесь что такое? Это почти считать, наверное, да? Как у них тут музыка прям такая. Вот молодежь сейчас стала. Еще маленькие уже они. Рэп этот вовсю слушают. Так, куда ты дальше идешь? Да. Мальчику, наверное, что мальчику понравилось. Вот он везде за ней как хвостик. Куда она, туда и он, посмотри. Уже хочет подружиться. Аряша, наша девочка общительная, сразу дети это чувствуют. Хотят с Аряшей дружить. Вот, видишь, бинокль вроде снято. Вот такая карусель, да? Можно одной, а можно там вчетвером встать. Вдвоем, втроем. Такая веселая карусель на детской площадке сад Эрмитаж. Для четырех, да, для четверых, да, четверых встали, катаются. Карусель для деток 2+. Вот так Ариша тут катается. Да, стол есть. Можно сидеть, да? Что-нибудь рисовать. А что-нибудь играть. Это как такой кораблик, да? Маленький кораблик. Видишь, тут штурвал. Все очень серьезно. Пусть резвится, веселится.